Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну, хочу вам рассказать такую, я бы сказал, забавную историю. Забавную, но немножко она меня так потрепала. Потрепала, ну, даже на пользу, наверное, пошла. Была сложная неделя. Я обычно все-таки стараюсь меньше находиться в городе и побольше на природе, потому что на природе чувствую себя лучше. А в городе как-то обостряются, знаете, захватывает меня. Начинаю о политике думать, о всех вот страданиях народных и государства нашего. Захлестывает меня. И много-много такой вот негатива. Вы, наверное, чувствуете, я иногда там какие-то политические вещи говорю, и меня начинает нести. Ну вот выбраться удалось только вчера в субботу, да и то во второй половине дня. Потому что... А сейчас уже вот... Сейчас искупаюсь в озере и пойду, надо уже ехать обратно в Москву, потому что дела. Но суть в чем? Вчера выезжаю из дома... ну, так я человек чувствительный, чувствую. И плюс у меня что-то амулеты начали греться. Думаю, что такое, что-то у меня в дороге что-то случится. Ну, какая-то, ну, такая нервозность. Ну, ладно, что уж не отменять же из-за этого. И приметил одну машинку. Машинку такую красного цвета, Opel, с затонированными стеклами, вообще наглухо. То есть чуть не до лобовой, думаю, как эти ребята ездят вообще там. Ну, сейчас в последнее время таких не бывает. Ну, то есть гаишники-то бомбят же, как пойди, дорого ездят так, ну, если хочется. Ну, так приметил даже, ну, просто подумал, что нифига ж себе, еще бывают такие эти тонировщики. Доехал до дачи нормально, так, ну, не быстро, потому что тоже субботу, а пробки какие-то. Что-то, ну, так, непростая дорога была. Доехал уже часа в три, начало смеркаться, пока там дом открыл, там печку затопил, все дела. Так, Тим, никого нету, а лает. Надо взглянуть, может, там что это, что крутится. И пошел, ну, надо пробежаться было, потому что темнело уже с собаками, вот до озера пробежаться, немножко так встряхнуться, ну, так, и спортивно, и физически. Вышел, а у нас, ну, зимой-то людей мало, и поселок, и, ну, там, вдалеке на соседней улице замечаю ту же машину. Вот ту же, которую видел дома. Ну, а тут расстояние-то у меня это километров 120 до дачи. Ну, так, с Москвой, там, со всеми делами. Поэтому думаю, ага, ребята, вы что-то это... Меня, что ли, пасете? Потому что больше некого. Ну, так я немножко насторожился. Ну, побежал, сбегал на озеро. Возвращаюсь обратно. Машин, конечно, уже нету. Потому что они, видимо, приметили, что я их... Они, наверное, не думали, что я буду вот вечером уже в потемках, когда там... Потому что сейчас в 4 часа уже темнеет, выходить. Поэтому тоже как-то запалились, получается. И так, ну, настороженно я уже возвращался домой, так уже, ну, немножко с опасочкой. Думаю, так, что, мало ли, что там, дураков-то много на свете. Посмотрел весь забор. У меня такой металлический из профнастила забор. Весь исписан разными знаками. Ну, слава богу, не в физическом смысле кто-то, знаете, там краской из баллончика нарисовал, потому что с ума сойдешь оттирать, и это, так что спасибо этим ребятам, что они, так сказать, ну, мистическим образом нанесли вот эти какие-то дьявольские знаки. Ну, это меня повеселило. Я, так сказать, ну, как мог, просканировал их. Конечно, там фонит, сквозит крепко. Ну, стер я это тоже мистическим образом. Так что вот хорошо, что не нарисовали. Вот это, думаю, ну, потом мне стирать вот весь день, ну, тяжеловато. Думаю, это ладно. Мистически рисуйте хоть здесь, хоть чего. Стер и... Так, Тим, ну, когда же это закончится, а? Тебе сколько можно говорить? Все, охраняешь? Молодец. Вот видите, тоже собаки, ну, на нервах тоже, они же чувствуют это, всю эту энергетику. Ну и
Так, конечно, я настороженно думаю, мало ли что там, какие дураки там, почему? Потому что, ну, кого я могу заинтересовать, моя скромная персона, каких идиотов, которым не жалко потратить своего времени. И это, ну, как понимаю, связано вот с этими моими историями. Кого-то они так взволновали, что как-то захотелось уязвить старенького дяденьку. Ну, хотели. Это не страшно. Ну и амулеты так грелись. Ну, когда я стер, так более-менее перестал. Я так, ну, немножко помедитировал дома, просканировал, обстановка спокойная. И, ну, так более-менее спокойно лег спать. Ночью, конечно, такой астральный выход произошел, достаточно напряженный. Так сказать, меня забросило в нижние миры, в нижний астрал. Непросто. Рассказывать сейчас не буду. Возможно, когда-нибудь чуть позже, потому что надо немножко осмыслить все эти события, чтобы так вот лишнего не лепить. Но ничего, выбрался, но как-то, знаете, вот селенок маловато. Немножко как-то я поистрепался. Поэтому надо практики поделать, немножко почиститься, поработать. Но любопытно, хотел пойти по следам, так сказать, потому что следы все равно остаются. Но вот эти, получается, следы вот меня ночью и вынесли в нижние миры. Поэтому след-то чувствуется. А кто же у нас здесь в этом тут орудует? Интересно, любопытно. Мне тоже любопытно. Но ничего. Это жизнь, это божественная игра, это интерес. Так что, друзья мои, счастливо вам, успехов!